Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы рассказать вам о спиралях, их разновидностях и материалах, из которых они изготавливаются. Чаще всего материалом для спиралей служит проволока из кантала, нихрома, никеля, титана или нержавеющей стали, но есть умельцы, которые создают свои спирали из драгоценных металлов, таких как золото либо платина. Проволока отличается не только материалом, из которого она сделана, но и диаметром сечения. Стандартный диаметр проволоки начинается с 0,16 мм и заканчивается 1 мм. Для более сложных спиралей могут использовать проволоку с диаметром от 0,05 мм до 0,2 мм. Также спирали отличаются конечным сопротивлением. Оно может быть как 0,01 Ом, так и 3 Ома. Все зависит от материала спирали, ее диаметра и количества витков. Посчитать сопротивление вы можете при помощи специального койл-калькулятора. Ссылку на него мы оставим внизу в описании под видео. А теперь мы расскажем про виды спиралей. Микрокойлы – спирали, которые делаются из одной жилы. Обычно такого рода спирали устанавливаются в маломощное устройство, либо в баке с сигаретной тягой. Косички – это спирали, которые изготавливаются из двух или более проволок, сплетенных между собой. Чаще всего такие спирали ставят на баки. Параллельные спирали – это спирали, которые наматываются из двух и более жил. Их преимущество – это большая площадь испарения, что увеличивает количество вкуса и пара. Минусом является сложность установки. Спейс-койлы – это спирали, между витками которой есть пустое пространство. Это делается для получения более чистого вкуса без посторонних привкусов. Арт-койл или порно-койл – здесь все зависит от фантазии человека, который ее делает. Основная изюминка таких спиралей – это способность впитывать жидкость и отдавать максимальное количество вкуса и пара. Самым популярным порнокойлом является Fused Clapton Coil. Fused Clapton – это спираль, состоящая из двух внутренних жил и одной поверхностной. Если у вас возникнут вопросы по поводу спиралей, пишите их в комментарии к этому видео. С вами был Сигарет Нет Бай, спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.